Коррупция, нехватка кадров и медикаментов, корпуса долгострои. Проблемы регионального здравоохранения не решить консервативным путем. Требуется неотложная операция по удалению отжившей ткани Минздрава и дальнейшее восстановление жизненной функции ульяновской медицины. Накануне губернатор распорядился о вложении в отрасль дополнительных 120 миллионов рублей. С помощью этих средств должны быть решены самые больные вопросы Минздрава. Новый министр здравоохранения уже решил, на что в первую очередь будут потрачены деньги. Приоритетные задачи – это погашение просроченной кредиторской задолженности, это раз. Эта кредиторская задолженность нам мешает войти в нормальный ритм подготовки к зимнему отопительному сезону. Чтобы ускорить прогресс в ульяновской медицине, необходимо слышать пациентов. Для принятия жалоб и своевременной передачи вопросов уполномоченным лицам есть целое учреждение – информационно-аналитический центр. Чтобы получить консультацию о наличии лекарств в аптеках и задать беспокоящие вопросы, достаточно позвонить на горячую линию 8 800 273 07. Звонки принимаются ежедневно с 8 утра до 7 вечера, а в ночное время работает автоответчик. Заведение развивается, штаб из 10 операторов скоро пополнится. Уже в этом году связь будет круглосуточной в формате живого общения. Жалобы бывают, обращения бывают. За 2017 год в контактный центр поступило 144 797 различных вопросов. И каждый из этих вопросов был обработан и полностью отработан, и граждане получили ответ, который их удовлетворил. Ирина Гришнова, заместитель главного врача областной больницы, выразила искреннюю благодарность главе региона. Ведь материальные средства жизненно необходимы и для развития отрасли в целом, и для отдельных медицинских объектов. Отрасль нуждается в выделении дополнительных средств, и я думаю, что они будут распределены по лечебным учреждениям области. Как известно, всем деньгам, и малым, и большим, нужен счет и грамотное распределение. Для этого в течение недели будет создана финансовая дирекция. Финансовая ситуация, реальная картина, она на сегодняшний день выписывается. Исходя из этого, мы будем точно понимать потребность, какая нам нужна на первоочередные нужды, о какой потребности мы будем говорить при рассмотрении бюджета по итогам 9 месяцев. Комиссия будет состоять из самых опытных финансистов, которые разработают дорожную карту расходов и наведут долгожданный порядок в сфере госзакупок медикаментов. Виктория Чиркова, Юрий Ломатов, новости Ульяновской правды.